Rosy, mucha. Просто я без мышки играю. Я без мышки просто. Путаюсь. Я это один уже 1 минуту. Аниме Кавай. Мне на ноутбуке можно это 20 минут записывать. Потому что они зачисляются тут очень большие. Потому что тогда мой ноутбук просто будет забит. Дети монеток. Пошел в жопу скрыть. Я просто мясо жую. Вот почему было просто вот пить. Где он ключ искать? А. Да блин, смотрите, блин, вонючий. О, зажигалка. Хотя бы так. И этот скрыт, который меня задолбал, не будет так часто появляться. Аниме. Какой? Не. Один стоит. Ну, уже не интересует. Ой, один. На. Сбились со счету.
Шли в жопу, я не буду открывать. Я была на 12 двери, значит идем в 13. Они что, читать умеют? В 13 он вошли. Если я была на 14. Так он тут. Ё-моё, блин. Дверь за собой не закрывают. Потому что он бежит и сносит всех с пути. И дверь снес. Аниме кавай. Ня. Идем дальше. Я помню, когда даже не было Сика, мы дошли до какой-то там двери и встретили фигуру. Вот это вот самый странный случай. Кстати, наш походу пролетик спешит или куда-то еще. И он просто на день рождения к Сику спешит. Да ё-моё, блин! Лампочка перегорела. Я могу немного лампочек пригорела. Скоро с Ником встретимся. И вы посмотрите, как я его прохожу.
хорошо, что я не тупая. Шкафчики обязательно открываем, потому что для денежек не будет. Почему вы забрали? Мне директор сказала. Да, совсем его со школы забрали. Скрыть меня. Чё ты пугаешь? Дверь с сиком не сразу открывается. На глазик, на глазику. Спидраним. Глазик, привет! До Сика дошли! Хаппи-хаппи-хаппи! Чистый хаппи-хаппи-хаппи! Ему, а чё, блин? Это они так моргают со звуком? Или со мной что-то не так? А, да, они вот. Остались эти глаза позади. Думаю, до фигуры дойдем и все. Фиг, походу, сейчас чаёк пьёт. Шучу. Вот этот негодяй. Жопу теперь я тебе не открою. Ты не удалось себе его открыть. Включили огонь, но зато свет не отключили. Ты дверь. Вот еще чуть-чуть поснимаю. Вот так. Подзарядили. Просто взяли и перелетели. О, привет, ключик. Это моя первая сороковая дверь. Еще. Кстати, если я прыгну, то это видео закончится. Потому что у меня будет лес, иначе все заново. Thank you.
88 или 16. Так, ну на этом, думаю, можно закончить. Точнее, нужно закончить. Всем пока-пока!